Диснейленде. Здесь много людей, желающих прокатиться как на ватрушках, так и пойдем покажу на чем. Короче, ребята. Вон та быстрая горка, аккуратно берегите свои бубенцы. Вот это чуть-чуть быстрее надо ноги сжимать. Вот здесь вот люди на ватрушках вниз скатываются, тоже прикольная тема. А там наоборот вверх поднимают. Сейчас покажу, с какой высоты. С нами Дарья. Так. Вон там детская дискотека, здесь пляжный волейбол был недавно. Там погружение вниз, дайвинг. Вот это все горки вниз, высота просто колоссальная. Бешеная скорость. Очень интересно. Пойдем далее. Вот вся очередь. А у нас очередь сегодня начиналась в самом низу, просто в самом. Я на самом деле был удивлен. Вот тут, оказывается, можно взять ватрушки. О-о-о, попер. Вот отсюда, чуть ниже, они начинают сверху вниз их поднимать. Ну и вот такими волнами направлять вниз. Вот здесь, смотрите, очередь. Небольшая, вот. Коп, вот смотрите, он ждет. Сейчас его скатит вниз и резко вверх будет течением поднимать. Так, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Всем интересно. Даша сегодня так прокатилась. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Попер наверх. Красавчик. Так, ну что, глянем, что у нас тут. Интересно. Много инструкторов. Так что за безопасность можете не переживать. Сейчас покажем, что там далее. Ну, очень интересно, на самом деле. Вот так вот все поднимаются. Кстати, мы находимся в пиратской бухте. Здесь на втором этаже кафе. А на первом... Вход в нее, разумеется. Вот тапочки. И вот так вот ходят, получается, по вот этим всем просторам. Везде кактусы, пальмы, дети, лестницы, различные переходы. Сейчас вам покажу детскую площадку. Какая вот, кстати, детская площадка. Сюда такие вот джакузи. А, панорама, там на велосипедах, электросамокатах катаются. Короче, сейчас я передам камеру Дарье. Дарья будет снимать, как я хожу по пляжу до бань. Их штук 10. Держи. Китайцы, американцы, ну и различные другие нации, как все друзья. На втором этаже получается у нас различные пиццы, выпечки, напитки. Мужская. Главное не перепутайте, сегодня уже был случай. А далее уже у нас идет солярий. Японская, турецкая, египетская, русская. Там каких только нет. Вот сейчас просто удивлены. Купель, холодный бассейн, теплый. Диджей, аниматоры. А еще прикольно, что здесь есть погружение. Дайвинг с кислородом. Блин, вокруг же дискотека. У них аниматоры. Также на первом этаже есть бар. Можете отведать любых напитков. Есть столы, стулья. Вот ребята готовятся, проходят инструктаж, чтобы погружение выполнить. Здесь не везде дают телефонами нырять. Здесь продаются специальные чехлы. Но я вам скажу так, что если бы у меня был бы специальный чехол на горку, с ним не пустили бы. Это нереально с телефоном ехать и снимать. Не знаю, как насчет GoPro камеры. Я надеюсь, что все-таки с ней пустят. В следующий раз я обязательно включу ее. Получи лицензию дайвера, оказывается, здесь и это можно сделать. И здесь еще можно в бассейн вот этот, в аквариум, ноги свои запихать и рыбки их покусают. Короче, пилинг для ног. Самое интересное, просто 10, а то и более различных бань.
пассаж солярий. Получается, пошли русская баня, хорошая, индийская баня, это слабенькая, но хорошая тоже. Потом далее у нас идет турецкая. Пойдем покажу. Турецкая хамам, он без каких-либо специфических запахов. А вот, кстати, бухарская, она сегодня нам больше всех понравилась. Мы ее ставим на первое место. И это реально круто. Холодненькая водичка. Очень холодная. Далее у нас получается японская баня, которую мы в нее сегодня как раз и попали, хотели зайти, там было много детей. Вот, кстати, где нет, можно зайти, пойдем. Вот сегодня мы сюда не попали, потому что было много людей, а сейчас я хотя бы пойму, что это такое. Можете меня узнать? Добро. Прогретые камни, просто прогретые камни. Очень интересно, на самом деле. Ой, хорошо. Просто погреться зайти, замечательно. Но самое лучшее, опять же, повторюсь, бухарская баня. Вообще идеально. И есть, короче, баня от степ. Киевская баня — это 70 градусов, то же самое, что русская. Но печально, что здесь она не на дровах, а просто электрическая. Ну и, разумеется, такого прям кайфа не получаешь, но в русской бане больше. Потом, разумеется, римская баня, также здесь холодный бассейн. И напротив нее будет баня от степ, которая нам тоже понравилась. Баня обстоятельства, это получается просто нагретые камни, а на них лежишь и просто греешься. Очень прикольно на самом деле, потому что выводит, опять же, говорю, все токсины, шлаки, нормализует все обмены веществ. Короче, вот так вот круто. Ребята, это еще не все. Здесь еще в этом торговом центре Питерленде очень много всего интересного. Короче, приезжайте, сами все посмотрите. И самое прикольное, что сегодня суббота, мы без очереди попали всего сюда, всего лишь за 1900 рублей. Один билет за взрослого и 1300 за детский. Очень жалко, конечно, что со мной нет ребенка, но зато папа сегодня очень хорошо отдохнул. Ставьте лайки, колокольчики, оповещалочки, репостите это все куда-либо, в WhatsApp, Instagram, ВКонтакте, буду рад. Подписывайтесь на мой канал. Питерленд, Питер, пушка.